После матча пресс-конференция постараюсь цитировать по гостям. Крейг Вудкрофт, главный тренер хоккейного клуба «Динамо». Несколько слов об игре, пожалуйста. Well, we came in tonight preparing to play one of the heavyweights of the league. We knew what to expect. We were well prepared. Unfortunately, we came out and didn't execute, made a few mistakes, and showed that you can't make mistakes against a team like this. And they capitalized, and you know, we basically gift-wrapped four goals for them in the first period, and you know, you do that against a team like this, you're in trouble. So we learned a lesson tonight. We got humbled, but we'll use the game as a learning experience. We'll study it. We'll make adjustments. We'll be better next time, and that's all we can do. Перед матчем мы знали, что Sky — это один из тяжелейших в лиге, и поэтому мы знали, к чему готовиться. Мы знали, что игра будет тяжелой. Вышли на лед, и, к сожалению, в первом же периоде допустили несколько ошибок, и тем самым доказали, что ты не имеешь права на ошибку, играя с таким оппонентом. 0-4 после первого периода, к сожалению, это не дало нам никаких шансов на продолжение борьбы. Сегодня мы получили урок, и надеюсь, что мы его усвоим и обретем дополнительный опыт и воспользуемся им в будущем. Спасибо. Спасибо. И главный тренер СКА Олег Замаров. Ну, мы неплохо сыграли первый период. Наконец-то у нас мы забили несколько шайб в большинстве, чего у нас до этого не было. Ну, еще до конца, конечно, радоваться пока нечему. Я думаю, что у нас предстоит еще много работы. А так, с победой всем спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Это «Дробыш Трибуна.ком. Беларусь». Вопрос обеим тренерам. Отражает ли счет разницу в классе команд? I don't think so. Я так не думаю. Я, наверное, думаю. Еще вопрос, пожалуйста. Олегу Знарку вопрос. Олег Валерьевич, в третьем периоде показалось, что СКА успокоился и играл не так, может быть, активно, как в первые два периода. Это следствие того, что уже понятно было, что так вот, перевес в счете, или это была установка, с чем связана вот такая игра? Установки не было. Мы не имеем права играть так третий период. Но, к сожалению, счет, как бы не подгоняли мы ребят, счет сам за себя говорит, очень сложно перестроиться. Мы попали, просто под игру попали «Динамо» Минск, и вот от тягомочного играли. Пожалуйста, еще вопрос. Да, «Эрспорт», пожалуйста. Олег Валерьевич, сегодня вратарь «Шестерки» мог установить рекорд России по сухой серии. Вы что можете сказать по этому поводу? Расстроены, что он... Ничего не могу сказать по этому поводу. Я вам, по-моему, вы задавали вопрос на прошлой игре, да? Кто-то задавал. Меня не волнует эти рекорды. Главное, чтобы он в рамке стоял. Все. Будет стоять, будет играть. Да, еще, пожалуйста, Ла 78. Олег Валерьевич, Патрик Хёрсли. Видели ли вы его в деле, тренируется ли он с командой, и когда мы его можем лицезреть в играх за СКА, учитывая, что сегодня вот Егор Рыков неприятно вроде как получил повреждение, все ли с ним в порядке? Егор Рыков сегодня все в порядке, никакого повреждения нету. Патрика я вижу каждый день. Вы думаете, я на тренировки не прихожу? Патрика готовим физически, он немножко... Он не играл несколько игр, где-то неделю не тренировался до этого, поэтому хотим поднять ему физическую форму. В скором времени вы увидите, я думаю, что может быть даже, что мы в поездке на посты. И последний вопрос от наших белорусских коллег. Олег Валерьевич, Минская «Динамо» занимает третье место в конференции по проценту набранных очков. Почувствовали сегодня это или результат говорит сам за себя? Нет, «Динамо» Минск очень хорошая команда, очень сбалансированная команда, очень хорошо играла в большинстве. Скажу, что 5 минут нам было очень сложно играть в меньшинстве, и ребята очень молодцы, что они выдержали это
Вообще, на самом деле, прогресс команды видно, и Динамо Минск. Хорошая команда, на самом деле. Очень сложно с ними играть. Поэтому мы настраивались, мы готовились к этому матчу. Спасибо большое, коллеги. До встречи на следующем.